Сочи летний народный праздник восточных славян собрал вместе представителей белорусской и украинской общин, Славянского союза, сибирского землячества, русских обществ и казачества в селе Разбитый котел. Традиционные хороводы – лишь часть насыщенного обрядами вечера. Правда, многие из них проводились лишь в игровой форме. Ведь главная цель – дружно вспомнить древний праздник. День Ивана Купала – летний народный праздник языческого происхождения. Однако с приходом христианства забыт он не был. Его лишь стали связывать с днем рождения Иоанна Крестителя. Праздновали его не только украинцы и россияне, но и поляки, белорусы, народы Прибалтики, норвежцы, испанцы, шведы, финны и другие. Спустя века древняя традиция осовременилась, но не потеряла значимость. Это такой символический праздник. Мы здесь и поем, и танцуем, и рассказываем стихи, и играем в игры, и создаем централизованное шоу. Потом обменимся мнением, сидя за столом, играем на гитарах, ставим музыку, люди показывают свое творчество. Такой объединительный народный праздник. Это уже четвертый раз, когда представители разных общин и диаспор собираются в одном месте, чтобы провести вечер. В праздник Ивана Купала также было принято обливаться водой и гадать. Недаром ночь накануне Купала считалась особенной и мистической. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.